Лига только началась, а она уже приносит позитив для студентов. Они получают дополнительный секс, получают новые тренировки. Студенческая лига ММА полностью меняет представление о студенте, как о хилом безвольном пареньке, который не может поднять ничего тяжелее учебника. В первом чемпионате студенческой лиги ММА принимают участие аж целых 7 вузов, 7 команд, по 3 бойца в 3 весовых категориях. Побеждает тот вуз, чьи бойцы закончат поединки с минимальными потерями для команды.